всем зрителям, подписчикам канала «Уральская усадьба» привет! Сегодня мы находимся в знаменитом городе Чебаркуль. Напоминаю, знаменитым тем, что в озеро в его окрестностях рухнул метеорит пару лет назад, прославил этот город на весь мир. Вот и мы приехали собрать здесь теплицу. Теплица необычная, теплица у нас шириной 6 метров, длиной тоже 6 метров. Фермерская, каплевидной формы. Пока что разгрузились, разложились, начинаем работать. Обо всем по порядку будем рассказывать. Торец мы один подготовили, на земле зашили поликарбонатом, поставили груз и закрепили. Сейчас будем к нему поднимать, крепить арку, потом еще одну арку и еще один торец. То есть шаг у нас 2 метра, поэтому арки всего 2. Вот такая у нас получается конструкция. Поставили мы уже торец, 2 арки. Сейчас соберем еще один торец. И каркас будет готов. Начнем крыть. Начали мы крыть теплицу. 2 листа кинули. Сейчас пойдем на ту сторону 2 листа. Дальше нужно будет установить форму угли. Все, завершили мы монтаж. Напоминаю, строили теплицу фермерская 6x6, каплевидной формы. Поликарбонат толщиной 4 мм. Пойдем смотреть ближе. По торцам у нас разрезные двери форточки. Все на крючочках, чтобы ветром не шатало. Каркас, значит, у нас из теплицы, у теплицы сделан из профильной трубы 30x30, полимерно-порошковая покраска, толщина стенки 1,5 мм, это очень надежная, мощная труба, толстая, считается, каркас очень прочный, арки тем более в виде ферм, дополнительная прочность, и укосины установлены, это для жесткости каркаса. Все это дело стоит у нас на брусе 100 на 100, брус пропитан антисептиком и закреплен колышками по периметру. 8 штук у нас колышков мы тут вбили, прикрутили к брусу. По комплектации, значит, у нас есть система подвязки по 2 нитки на каждую сторону. Прикручены согласно размерам заказчика. Также у нас есть коньковые фрамуги. Установлены они посередине, напротив друг друга. Фрамуги у нас с ручным управлением. Сейчас продемонстрируем. Вот так вот они открываются. С другой стороны у нас тоже разрезная дверь, форточка. Теплица у нас очень просторная. Прям чувствуется объем. Вроде длина всего 6 метров, но за счет ширины и высоты. Высота в коньке, кстати, почти 3,5 метра. На торцах у нас установлен резиновый торцевой поднитель для большей герметичности. Также все торцы у поликарбоната у нас защищены торцевым профилем. Снаружи выглядит. Красота неописуемая. Красивая тепличка. Thank you.
меня, наверное, и все. Будем с вами прощаться. Ставьте пальцы вверх. Давайте оп.